замок, потом замок повешу. Задом, пускай заезжает задом. У меня грузы кто это? Кто это? Сумки их. А? Сумки их. Детей. Ну, вещи. Детей, сейчас мы, когда их погрузим, это, муку все, детей, тогда сумки привезут. Там сумки да вот такие. Так а народу у них как цыганский табор. Ну, я гружу, гружу, так, гружу. Вот сюда вот показываю ему. Вот сюда. Пойдет. Вот, вот сюда вот. Все, 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 все. Слушайте, иди, я покажу еще. Там Миша попасть там. Так, это все к тебе пойдет. Вот это ему можно будет. А это мука, чтобы его это не запачкать. Мне, да? Да. А этих сахар. Сейчас ему погрузить будет. Так, ну поможешь? Конечно. Ну да, иди, иди, начинайте. Да держи, это не помешает. Держи. Да, грузить. Так, вот это заноси, да. Этот маленько в сторонку, а потом уже остальное. Давай, давай. О, вот это несите сверху, берите сахар. И на той стороне сахар. Два мешка оставить, остальное сюда. Кладите, чтобы это пространно как-то было, вошло. А то как-то не, можно подальше было толкнуть. Так, и в ту комнату зайдете, возьмете. Вот так. Так, с той стороны, да, в той комнате еще, кажется, три мешка можно взять. Скидывай. Вот так. Три, два остаются. А потом отсюда... Так. Может быть, где-то впереди можно, чтобы вас назад сильно не тянуло? Да, как, ребятишки? Смотрите, как можно. А сколько еще мешков надо? Еще два мешка. Или три, даже три. Ложьте. Войдет, ну, да, ну давайте. Можно. Давайте. Вы подсказывайте, а то мы не разбираемся тут, как правильно. Так, подожди-ка, Витя, вот это вот забирайте отсюда. Тебе пока оставить. Вот эти вот два мешка. Маленький. И вот это сверху соль. Маленький. Да, а вот это все, тащи, вперед. Оттащи его. Потом сверху положите. Вот эти два уберите. Их? Да. Грузить? Да, туда грузите. Два. Вот это два. Сейчас еще один положите, потом маленькие два закиньте и все. Остальное видите. Все, давайте. Вот эти два еще? Да, вот этот один берите. Один, вот этот вот, вот. Вот. И вот этот сверху кинете, положите. Они не пыльные. Видите, муку, мука дает пыль. И вот этот положите. Все, пока. Так. Сейчас нужно будет вам выехать. Так, бери вот этот еще. Маленький? Да, маленькие два, вот эти два. Да, да. С дороги убрать. Это не мука. Это сюда? Туда, туда, туда. Туда, крупа. Так, и вот эту соль маленькую. Все. О! Вот это возьми-ка. А ее куда? Ну, я не знаю, пойдет, нет? Ну, давайте туда. Давай, положи. Проход, положим. Проход. Это соль. Соль. Потом мы оттуда сейчас перевезем, я не стал распечатывать. Туда провезите. Так, вещи детей это Витя заберет, наверное, или как у него много вещей это будет. Ну все, пусть лежит. Все, можете выезжать. Выезжайте, тут поставьте на той стороне, а потом ребятишки садиться будут. А то мы вас тут загрузим. Так, Витя, ты сейчас... Я подъезжаю. Ты подъезжаешь, тебя сейчас грузят сразу. Вот первый день сейчас тут пока. Все. Сейчас Виктор подвозит машину. И сразу будете грузить. Давай сюда. Никак оформлять этих детей не будем. А? Этих детей-то никак оформлять не будем. Нет, это все бесплатно.
Никак. Как это возьмите? Всегда что делаешь, делай с запиской, потому что проходит так, время. Я вам отдам листочек. Вот, так, ты это занес. Все, что осталось, будет у тебя звонить будут. Да я понимаю. Отпуска у тебя будут. Вот этот листок я вам один отдам, кого я записала. Ну ладно. Детей. Положи мне где-то там в сумку, где найдешь, где материалы лежат. Вот дети еще только готовятся. Давай, Витя! Давай! Так, вот на дорогу не выходите. Машина пойдет задним ходом. Я пакет вот сюда положу и Витя. И еще отдам. Мне пакет с собой? Да. А зачем пакет мне? А? Я тут журналы посылаю. Ну ладно, душа. Смотри. Ты подашь в руки. Хорошо. Здорово. Многое лето, многое спасибо, лето, Россия. Многое ой, лето. Ну вот так. Спасибо, Господу, Вика твоя, благослови достояние твое. Там кастрюльки передавай. Так, показать, какая у нас тыква растет. Я не нарадуюсь, потому что сам ее поливал это время, садил. И сам же ее и тут соломой обкладывал. Вот ее видно даже, какая она. Трудно было, украли шланг, сосед утащил, он там подальше. Ну а сейчас вот, видите как. Это у нас виноград. Виноград, вот он какой. Видно, что виноград у нас тут хороший. Ну почему-то винный, мне зеленый нравится. Это вот такой куст ревеня. Ну, почти врос человека уже. Это щавель тут нарос, где удобно. Так, сейчас будут грузить муку. Главный груз. Андрюша, иди сюда. О, все, хорош. Начинайте грузить. Грузить что нужно, я покажу. Так. В первую очередь мука. Вот отсюда забирайте ее. Все, что на полу лежит, туда. Это все? Да. Так. Дальше. Вот коробку отдельно вытащи, на скамейку поставь. Да. Потом вот с этой стороны. Вот тут у нас сколько есть. Это тоже все грузить? Да. А немного? Немного. Какой много? Он 700 килограмм свободно берет. 750 это даже для него не груз. Так, палатки убери, потом они сгодятся, может быть. Грузите. Значит, сюда погрузите вон с той стороны, которые лежат на полу. Давайте сюда. И вот этот вот один, два мешка вот этих заберите. Два мешка, Андрей, вот это, на низ. Сахар, два мешка, два остаются. Потом вот это на низу мука. Вот это вот, которая лежит. Выходите. А дальше вот эти вот мука и крупы, все это сложите. Располагайте подальше, чтобы там было. Давайте. Это нет. А остальное это мелочь, там посуда разная. Сколько такое. Мешков? Таких по 50. Это 50. Сейчас еще, примерно. Еще один мешок будет. И мука сколько-то. Ну, мешков 20 будет? Нет, 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 даже 10 не будет. Нормально. Нет, нет, нет. Я остаток, который выносят там пустые коробки. О! Ну и все. А теперь оттуда, с той стороны. Снизу муку уберите, а там по одному можно тащить, по 25 килограмм. Все. Сейчас еще подвезут. Мафия. Москвы. Вы потом эту вот крошки, все это вниз сложите, сюда, погрузите, что внизу, а потом остальное. Что-то останет в лагере, что-то в лабазе запасное. Витя, смотри, где все отверстия есть, ну, бывает, засыпили или что. Так, не забудь масло куда поставить, масло в коробках. Где-то оставишь сбоку. Ну, а потом остальное доверху тебе набьем этой посудой.
О. Так, вот это возьмите, пока я здесь. Зайдите туда влево. Ящики берите. Вот, вот эти два ящика заберите. Какие? Вот эти вот. Только один разбитый маленько. По цепи поднеси его. Чтобы он на пол поставил. Бери второй ящик, Андрюша. Это растительное масло, полное и короткое. Ой. Шесть коробок отсюда вынесите. Вот это три, четыре, пять, и внизу одну еще. Вот шесть коробок. Где-то недалеко ставь так, чтобы вот так. А тут мешки. Одна на одну можно ставить. Это масло растительное. Там же, видите, документы надо делать. Месяц или два. Интересно, когда что-то делаешь, как... Ну, интересно просто. Каждый день меняется. А ничего не делай, говорит. Но оно ничего не будет. Только будешь сидеть Путина ругать, больше тебе делать нечего. А мы не ругаем, а молимся. И Господь помогает. Это все благотворительная помощь для детей дали. Тут не купишь сегодня. И Бог находит людей. Сейчас еще и сразу начнем это. Все. Там на столе я положил мешочки из-под хлеба. Отдашь это. О, кто приехал-то, а? Ну, Тимофей. Ну, давай. Готовься, сейчас маленько погодя. Из Москвы самолетом встретили. Из Канады подлетают. Господь делает как. Все, снимай вот сюда, поставь. Ну, Сергей Павлович встретил. Слава Господу. У нас это... Да клади рядом, а то упадет она. Лучше рядом поставь. Вот так. Можешь идти покачаться на качели. Что-то там уже... Какая-то авария. Врач уже рассматривает ее. Или стукнулась, или еще. Или так просто обнимает. Она любит шибко ребятишек. Ты опять надел башлык и опять козырек впереди. Зачем же так делаешь? Я же сказал, сними башлык. А то ведь я могу развернуть прям сходу домой. Еще что-то. Ты еще не уехали, ты начинаешь кукситься. Все, это... Зачем воображаешь так? Ногами не надо махать. Это нехорошо. Фуражку поверни назад. Фуражки назад поверните сразу. По-лагерному. Что ты недовольный такой? Смотри, ребятишки веселые, день солнечный-то. Я говорю, ногами не маши. Ну, понимаешь, нет. Самое простенькое ты делаешь по-своему. А дальше вырастешь, и тебя ни на работе, нигде тебя держать не будут. Выгонять будут. Идите, посмотрим. Давай. Вот это загружать? Да. Все. Я отключаюсь.